Во второй половине 20 века Ульяновск кардинально меняет свой облик благодаря новому на тот момент современному архитектурному стилю советский модернизм. Какие здания в областном центре можно отнести к этому стилю, рассказали модераторы выставки «Архитектура советского модернизма», старший научный сотрудник Ленинского мемориала Татьяна Шахова и архитектор Михаил Капитонов. Модернизм – это в первую очередь детище промышленной революции, то есть когда появились новые средства производства, когда появились новые материалы, и плюс 20-й особенно, это взрывная урбанизация, то есть такой рост городов, что создавать вот так вручную каждое здание просто стало невозможным. По словам Михаила Капитонова, модернизм стал своеобразным ответом на развитие человечества. Эстетика модернизма, по мнению архитектора, связана не с количеством вложенного человеческого, как правило, ручного труда, а с красотой идеи, мысли, сочетания объемов, материалов, работы света, внутренних и внешних пространств. В Ульяновске советский модернизм в архитектуре особенно проявил себя в центре города, той части, которая перестраивалась в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. На выставке представлены фотографии из фондов Ленинского мемориала, частных коллекций, образцы строительных и отделочных материалов, элементы оформления помещений, использованные при строительстве памятника архитектуры и культуры 20 века Ленинского мемориала. На этой же выставке можно увидеть уникальные предметы, материалы, которые использовались в 70-м году при отделке Ленинского мемориала. Какие-то предметы, которые сейчас временно демонтированы, но они вернутся в Ленинский мемориал. Это предметы, там, светильники, ручки. Они находятся сейчас на ответственном хранении в фондах музея, но когда закончится ремонтно-реставрационная работа, займут свое место в Ленинском мемориале. Выставка будет интересна и ульяновцам, и тем, кто приехал в Ульяновск из других уголков страны, чтобы познакомиться с ленинскими местами и архитектурой. Молодые люди с 14 до 22 лет могут посетить выставку по Пушкинской карте. Ирина Антонова, Улправда ТВ.